уже беспричинно. Да почему бесполезно? Защита стажировки, ребят, защита стажировки будет заключаться вот в чем. Вы приносите свои рисунки, на которых написаны пациенты. Ты садишься перед нами, да, будет сломать век, я специально ему звонить не буду. Если забыл, да забыл, значит. Вот. Не, не в том, конечно. Сказать надо, что послезавтра. Ребят, нет, я не буду. Значит, и вы, я просто произвольно, что такое защита стажировки? То есть эти больные, которых вы знаете, правда? Я просто спрашиваю, так, а вот Петров, как у него артроз, тазобедренного сустава, какую методику массажа ты применял, почему, но можно всегда, что такое определение? О, затравленный вид. Повторяю, Паша, возможное осложнение массажа, да, действия массажа на лимфатическую систему. Первое, ускоряется движение лимфы. Второе, улучшается обмен веществ между кровью и тканями. Третье, улучшается лимфоотток. И четвертое, увеличиваются все абсолютно лимфатические узлы. Что ты еще думаешь, что ли? Сам? Так, Сванцихи, 22. Раздельно последовательное поглаживание выполняется. Это гонки, да, наши? Яйца приемом. Первое – пунктирование. Второе – встряхивание. Третье – подталкивание. Четвертое – сотрясение. Чистые вибрации. Первое – усиление процесса возбуждения в ЦНС. Второе – усиление процесса торможения в той же ЦНС. Ну, главное, улыбнись-ка. Да, правильно. Тест закончился, мы написали. Сейчас проверить, осталось нормально. Завтра будет. Ну, завтра у вас будет уже как прямо. У всех все правильно. Все бросаем. Все И все равно, ребята, это уже такое логичное завершение. Оно всегда такое радостное. Очень. Оно никогда не омрачалось. У нас только однажды получился момент, она просто родила. Она не пришла на год экзамен. Единственный момент, когда мы смогли принять экзамен. Человека выгнали. Нина на осень пришла, понимаешь? Ой, не осень, а... Похмелье штука тяжелая. Ну, дали ей справку. Так она же с ребенком сидела. Что ей справку? Она полгода, правда, посидела и решила выйти. Мы ей дали справку, что она закончила полный курс, но с ней с родами диплом не выдали. Какая же? Нет! У нас была Настя такая девочка, вы ее не знаете. Она давно не была. А Галя-то что? Галя просто ушла в декрет, не ушла. Она же не явилась ни на экзамен. Та просто родила, не успела. Стажировку закончила и пошла рожать. Вот это будем проверять. Давайте, сейчас ребят, будем. Давайте проверять. Вы прямо уж хотя определитесь, один говорить, да, к нам другие давайте. Ну, нет, давайте быстрее проверите домой. Вы не говори, а мне что такое? Значит, ребята, завтра я прихожу к 8. Ну, опрос не больше 5-7 минут. После тестов тест закончен. И Галя Рустамовна собирает листочки. Потом будет проверка и выведен результат. Нам скажут оценки, ну, ребятки, давайте хорошо мы или плохо написали. Это вы будете сейчас вот Дмитрий Буэль. Все. Все. Виктор, Алексей Ярославцев, Виктор Тайтаков. Ну, Миша, давай. Ух ты, это Балабанова Марина, ну, это хорошо. Михаил Кучуков. Овчинников Александр. Ну, ну и Виктория, что, ребята, соответственно. Все, отдыхаем сегодня. Завтра, только 8 лет, молодцы. Ой, ты в такую погоду всех снимаешь. Вид устал. Просто невозможно. Ничего страшного, глянь там. Правда же, а вот так. Здорово. Ну вот наши коридоры. Да. Ну, Вика рассказывает, где какие комнаты тут у нас. Кухоньку любишь показать? Понял, Антоха, что поступил плохо. Антоха, мне Антоха. А, Антоха. Красавца. Красавца. Антошка. Мы тебе сняли, Антоха. Меня? Ну. Зачем? Ну ты ж красавец.
Не стоит в нашу комнату заходить. Тут такой кошмар, господи. Не надо, Вик. Вик, там люди умываются. Это Любонька. Любонька. Вот наша бытовая комната. Здесь. Да, кстати, воды горячей нету. К сожалению. Извечная летняя проблема. Куда теперь пойдем? Да, мы сейчас стоим. В туалет мы не пойдем, я думаю. Нет. Пошли на вахту. А вахту-то? Да. А пошли. Это у нас, ну посмотри. Так, я небритый. Я Андрюшка Залогин. Что, серьезно? Андрей, вот точно не бритый? Да, ничего себе. Одевайник. Ёлки-палки, а без камеры даже не заметно? Да, не знаю, Вадим где у нас. Савельев Вадим, пьяный. Ну, мы дальше тогда пойдем. Ешкове, либо трезвая. Да. До утра. С утра была пьяная. Не, нам. Вам? Да. Сюда вот. Сюда вот. На. Погоди, не снимай. Уже работаешь? Работает. Работает. Ну что может первый курс пожелать третьему выпускному курсу? Не растерять полученных знаний, держать марку, быть всегда на высоте, ударить в грязь лицом и т.д. и т.п. Ну и все, наверное, да? Молодцы. Молодцы. Обязательно будем стараться. Поехали. Что, Тонечка сейчас будет нам напутственную речь говорить? Так, дорогие выпускники, желаем вам найти хорошую работу, побольше денег зарабатывать, устроиться в личной жизни, ну, чтобы все было у вас хорошо. Что еще сказать? Не забывайте с нами. Да, не забывайте нас. А видишь, какая? Одна говорит, не забывайте нас, а другая говорит, не забывайте с нами делиться. Вот так вот. Ничего не сказать-то, ну. Да я тоже все тоже вам желаю. Чтобы каждый счастье свое нашел в личной жизни. Всегда, чтобы было здоровье. Это самое главное. Да, слушаться маму с папой. Уж сами скоро будут. Да. Детишек побольше. Нет. Ты молчи! Не надо ей. Не грызайся. Первый этаж. Идем по коридорам. Первый этаж. Давайте с тобой идем. Здравствуйте. Здесь Вика никого нет. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж. Лестницы такие красивые. Даже видно? Да. Я не знаю. Вам виднее. Лестницы красивые. Пойдем. Вот он. Кабинет с твоим Сантом. Здравствуйте. Ну пусть стоят, только пришли люди. Вот твоим Александром может там заполнять. Здрасте. Все про анатомию везде. Кругом про анатомию.
Ну все, вроде бы, вот он и весь кабинет. Тоже большой комплекс магазинов. Здесь его плохо видно. Магазинов только тут плохо вообще видно. Если только приблизить. Ну и то тут вот он здоровый. Отдалим. Типа мы ушли дальше. Пойдем дальше. Летние кафешки стоят, наверное, в честь праздника. Шашлыки, тут мужики. Вот как спорта, дворец спорта, сам дико вниз здесь. Вот вся такая площадь красивая. Там он выступает, он народ. Может быть, даже видно будет. Нет, так мутно получается. Да. У меня вот такая красотища. Ну все, наверное, здесь. Здесь вот девушки цветочки посадили. Сегодня садили. Там вон на выходе люди стоят. Что, сегодня садили? Да, сегодня вчера садили. Отработчики? Наверное. Вот она вот. Наша комнатка. Вашу не могу снять, считать далеко. Долго. У нас туда. Ну и вот. О, идут. Вот они наши вывалились. Я, по-моему, от крапивы вот. Надо всю брату возьми. Где остался Витя? Почему это я вас сейчас баню? А куда вы пошли? Лаги на сад, пойдемте по аллее. Пойдемте на автобусе. Главный корпус. Я вас крупным планом. Я вас сейчас снимать не буду. Не, ну понятно. Проспект Кирова. Нет, не твои. Площадь Дзержинского. Есть. Вот Андрюха с Любой там. Таня с Любой здесь. Отлично. Я им беседую.
Самое лучшее место для того, чтобы посетить. Вот туалет. Олейка. Ну, так вот. Это наша аллейка. Здесь люди отдыхают. Топлиного пуха вообще кругом. Люди отдыхают. Лавочка. Единственная свободная, наверное, лавочка. Ну, дальше. Здесь проспект Кирова. Трамвай. Как улица Красноармейская. Эти страшные улицы пересекаются с улицы Кирова. Мы пойдем переходить дорогу. Видите, как обычно Татьяна стоит вот с Ликой, Куша с Любой. Вот, и ведет... Машин здесь очень много скапливается. Очень большая улица. Здесь Кирова, проспект Кирова. Вот, наши прогуливаются. Станок проспекта Кирова. Кучка такая. Здание ФСБ. Точно? Больное это здание. Свадьбу двоюродного брата запрещали снимать, нахуй я его снял. Всю. Ну, снимать? Ох, Октябрь, сними его в станок. Где, вот это? Да, кстати, вот это, вот здесь, кстати, видите, как... Кинотеатр «Октябрь». Развлекательный комплекс, точнее. Здесь все, и кинотеатры, и рестораны, и дискотеки. Идем дальше по проспекту. По аллейке. Запись нажимаешь, несколько секунд, она... Там Белинского, по-моему. Белинского. Вот, да, Белинского. Вон да. Туда его сними. Здание суда здесь. Нет, да, где? Это детская больница. Это детская больница. Да, она детская больница. Суда здесь. Детей. Детская больница. Это проспект Кирова. Ждем светофора. Куда он, улица Белинского, уходит? Там снова та же аллейка до сих пор продолжается. Да, вот они нашли. Еще одна остановка проспекта Кирова. Остановки прям как мухи пролетают. Это вот здание сюда, тоже, я думаю, можно снимать. А здесь кафе. А здесь у нас кафе. Аллейка продолжается. Это здесь. Статуя? А, не знаю, какая-то статуя. Есть что ли? Усову! Усову статую сними, Усову! Усову сними! Усову сними! Вот есть статуя, вот. Есть, значит, так, написано. Вверх стоит. Понятно. Но мы продолжаем идти дальше. Далеко, что? Далеко дальше. Заканчивается пересечением проспекта Ленина и проспекта Кирова. Да я не знаю, что это такое. О, вот он, проспект Ленина, до которого мы сейчас пойдем. Это Кирова. Так, вот пересечение проспекта Кирова с улицы Ленина. Мы сейчас заворачиваем на улицу Ленина. Вот, и пойдем вон туда, вот далеко. Мы вообще направляемся к лагерному саду. Лагерный сад — это парк, посвященный войне Великой Отечественной. Понятно. Какой-то войне посвящен.
Вот, и Витёк тут вместе со мной, он тоже снимает на камеру. Вот, и два оператора здесь таких вот есть. Вот. Пошли по проспекту Ленина. Продолжаем идти. Вот, возле нас находится политех. Да. Красивое здание. Здесь, правда, незаметно, что деревья. Ну, снова Толян. Наши люди кругом здания, кругом люди все сидят, все отдыхают, а большинство студентов. Девочки идут по проспекту, гуляют. Картина мимо политеха. Прошли мы, идем за еще одну улицу, уже с улицы Ленина, проспектом Ленина. Вот наши успешно на этот раз перешли дорогу. А что это за здание? Здание на проспекте Ленина. В итоге вот оно, одно большое здание. Здесь также проспект Ленина. На проспекте Ленина. Снимаем различные здания, которые нам примечаются. Идем дальше. Замечательное здание. Вот. Но мы нашей целью не было это здание. Мы идем к лагерному саду, я повторяю. Поэтому мы идем дальше. Находимся возле школы. Я не знаю ее номер. Здесь в общем школьники учатся. Вот возле. Вот мы дошли до. Находится памятник. Школа какой-то, здесь стоит памятник в виде лица какого-то мужика, непонятного вообще. Но думаю, раз мы поставили памятник, значит, что он сделал какой-то вклад в образование, там, науки, культуры нашей страны, может быть, нашего государства. Вот мы, наверное, памятник не поставили его. Но все равно мы идем дальше. Проходить по улице Ленина, это оживленная улица, одна из центральных. Здесь вот здание больницы Савиных, но здесь все не видно, ничего не видно точнее. А мы с вами продолжаем идти. Наш конечная цель — это вот здесь, лагерный сад. Вот, уже почти, как кажет нам камера, почти пришли, но на самом деле далеко. Перед нами старый Томск, эти все дома. И здесь везде многочисленных зданий проспекта Ленина. Я даже не могу вам сказать, что это за здание. Попробуем почитать. Все пытаются полюбоваться этим. Девушки, это что было за здание? Октябрьский суд. Пожалуйста. Зачем же подал? Я говорю, второй суд уже говорю, нашу бутылку. Девятки. Здесь вот вход, а выход там далеко. Ну здесь опять же людно, очень много людей. Здесь также три девятки до сих пор тянется, уже много прошли. Прошло уже, наверное, минуты, до сих пор. Но мы до сих пор идем мимо магазина три девятки. Ну вы не думайте, мы идем, в принципе, здесь довольно быстрым шагом. Все еще здание. Одно здание. Но здесь за деревьями ничего не видно. Ну, стороне, когда-то мы здание, дойдем. Вот. До лагерного сада. Куда мы идем? Деревьями. Я не думаю, сюда походу
Приговор стоит слушаем стоя. Кто будет читать? Билерсон. Сейчас. Билерсон, загадай. Ладно? Я буду читать. Ладно? Так, сейчас вам объявят, Галина Рустамовна, оценки. Не оценки, а общие оценки. За экзамен и общий. За сегодняшний день, за сегодняшний экзамен и общую оценку, которая идет в диплом. Приложение к диплому. Приложение к диплому. Ну что, ребята, решением государственной квалификационной комиссии составим вышеупомянутых там вещей, да? Мы хотим вам, мы вынесли вам вердикт, мы оценивали ваши ответы втроем, поэтому никакой субъективности в этом нет. Наше доброжелательное отношение к вам известно. Мы больше вас поддержим, чем не поддержим. И вот мы без особого труда, но некоторые оценки с трудом нам решались, потому что все равно нам всегда жалко. Наверное, жалость нас и будет. Но тем не менее, это обедуеваться цикл. За экзамен мы получили отлично. Общая оценка будет 5. Так, и еще, ребятки, поздравляем обедуеваться цикл Бату Цереновну с присвоением ей именно красного диплома. Она закончила колледж Сашинский. И Сашин Артем Игоревич. Взаимно. За экзамен 3, но общая пойдет 4. Это радует. Да. Балабанова Марина Александровна. За экзамен сегодня 4. Ну, не повезло маленько ребенку, 2 детских билета. Но общий диплом идет 5. Отлично. Дмитрий Васильевич. О, значит, за экзамен 4, общие 4. Вершинина Алена. Сегодня за экзамен 5. Общий 5 и красный диплом. Диплом на 5. Так, Оголанин Сергей Валерьевич. Где он? Так, ну у него сегодня отлично и общий отлично. И диплом с отличием. Зайцев Анатолий Николаевич. За экзамен 4, но общее получилось 5. Поздравляю. Залогин Андрей Юрьевич. За экзамен 5, общие 5 и диплом с отличием. Кучуков Михаил Борисович. За экзамен отлично, общие отлично. Ребята, мы хотим отметить сегодня его ответ особо. То есть безукоризненный был ответ, очень глубокий, хороший. Диплом с отличием, Михаил Борисович. Молчанов Максим Владимирович. Староста ваш небезызвестный. По экзамену получил отлично, и общую отлично, и диплом с отличием. Очеников Александр Сергеевич. Сегодня получил очень хорошую четверку, а общую получил хорошую пятерку. Но пойдет отлично. Нет, ну если, ребята, вы не в курсе, оценка складывается из двух. Стажировка, значит, стажировки, тестирование, ваши ответы – это общее. Поэтому так. Петроченко Павел Григорьевич. Сегодня, ну не озвучим, ну сегодня 3, но общие 4. И с этим поздравляем. Олегов Вадим Николаевич. Сегодня он получил у нас, а что-то ему 5 поставили? Да, ребята, мы ему поставили 5. Да, молодец. Общие 4 в диплом. Тайтаков Виктор Николаевич. Витюша, ну сегодня немножко 3, но общие 4 в диплом. Все равно не получается. Ну, все такие. Это же экзамен, сами понимаете, да? Уваров Алексей Юрьевич. А сегодня он получил 4 и получил общую в диплом 4. Филатова Татьяна Александровна. Я Генриховна сегодня назвала специально. А, что это же? За экзамен 5. Отлично. Общее 5 и диплом с отличием. Сергей Юрьевич Шахворостов. Сегодня 5, общее 5, диплом с отличием. Южикова Татьяна Сергеевна.
Сегодня 5, общие 5, правда, диплом без отличия, но молодец, девочка. Старательная, не скажем, вот надо отметить, конечно. Ярославцев Алексей Иванович. У него сегодня 4, общие 4. Поздравляем, Лешенька. Что хочу сказать, разговорился он к концу третьего курса, слава богу. То есть, Яшкова Виктория Валерьевна. Ну, наверное, элемент волнения сыграл. Сегодня она получила 3, но в общем ей все равно идет 4. Короче, ребята, не испортили ваши вкладыши. Есть у вас? Ну, где-то вы почитаете, конечно. Процесс образования не закончился, он только начался, ребята, понятно? Поэтому читайте, читайте. И еще, никогда не стесняйтесь, когда пойдете работать, спрашивать. Это, ну, а там как он вам ответит, конечно, но спрашивать надо. Не у него, но подруга. Ну, вам позвоним. Давайте, так, кстати. Ну, что, ребята, я хочу сказать. В общем-то, вы молодцы. Мы вам желаем успешной дальнейшей работы. Кое-кто, я знаю, уже устроился на работу. А кому-то предстоит найти еще работу. На работу вы всегда найдете, потому что нас любят, наших студентов любят, поэтому... Я думаю, все хорошо сложится. Не забывайте о личной жизни. Это не на втором, это на первом месте. Когда у тебя дома хорошо, у тебя будет хорошо на работе, у тебя будет вообще все прекрасно в жизни. Вот. Ну, не рвитесь во все тяжкие сразу, что вот прям как замуж или жениться. Нет, все должно прийти уже осознанно, любя и так далее. Ну что, ребятки, не поминайте нас, конечно, недобрым словом. Мы старались вас не огорчить, правда, сильно не присмыкаемся перед студентами. Зачем это? Но, знаете, мы вас любим, мы вас помним. И каждый раз, когда вы уходите от нас, мы сильно частичку сердца теряем, кроме шуток. Потому что, ну, хорошие вы ребята, конечно, по своей сути. Так что я вам желаю успехов, но я закончила. Сами разговаривайте. Я тоже рада за вас. Вчера. Вчера. Ребята, ваши пожелания нам, преподавателям. Староста. А что, Максим? Он выражает ваше мнение, да? Ну, что вам сказать? Ну, здоровья вам. Это самое главное. Осталось такими же. Мы вас помним. Ребята, мы такими и останемся. Нам уже не важно. И не думайте на пенсию уходить. Не, мы на пенсию куда еще? Еще 5 лет как минимум, а там уже посмотрим. Сейчас мы уйдем. Мы желаем, чтобы это отделение продолжалось. Чтобы в будущем курсы, чтобы вас тоже любили, уважали. Чтобы радовали знаниями. Ну нормально, ну что вы, радуйте. Невозможно, не радуйте, не сегодня. Если что, звоните ему, скажу что-нибудь. А что, конечно, задание опыта. Кто будет учиться, учитесь. Кто будет работать, работайте. Потому что... Это приходит потом к человеку. Если ему надо будет учиться, он будет учиться. Нет, значит, нет. Пока не рвитесь и не подавайте стадному чувству, что вот кто-то пошел учиться, однако пойду и я. Не надо. Надо же слушать сердце. Хочешь пока учиться, учись. Ну, специализацию кисловод, смотритесь хорошо там. Дай бог, мы откроем курс специализации, мы вам сообщим, мы в эти общества ГОС напишем, основные краевые, ясно, и у вас будет информация. Мы хотим открыть курс специализации здесь, дай бог нам в этом. Ну что, ребятки, значит, выдача диплома будет когда? 1 числа. Да, ну я думаю, нет, наверное. Во сколько они знают, да? 9 там? Нет, обычно нет. Может, кто придет, да, получаете? Мы придем к вам. Мы будем их поздравлять. Ну, туда тоже пойдем. Неужели? Кому отдельно вручать? Красные? Нет. Не отдельно. Отдельно будет, да? У вас один день будет. Один. А в прошлом году один вручали? Один день сказали. Один день. Мы же потом вручали. Тоже первого вручали. Да надо посмотреть. Как мы, ребят, мы помните, в прошлом году, по-моему, всем есть, да, вручали? Да. Я хорошо помню. Мы сидели в зале, мы все ездили. В прошлом году? Медсестры? Да. Изначально мы сами стали. Да. Ну что, ребятки, все, что ли? Разрешите нам пойти в зале? Натали? Ой, аккуратненько! Конечно, конечно! Не рискуйте, могут вам диплом-то попридержать. Это первого сидеть. А, в разное время. Ну все, отдыхайте, мой родной, у вас, конечно, адреналиновая яма, куда деваться? Яма.
Понижать. Ну давай, пока узнаем. Так, Леша, кто у нас в Томске мужики остается работать и девчонки? Да. Вот мы вышли погулять, а тут Виктория Валерьевна, хозяйка, и девочки, вон второй курс, и первый. Пошли мы в буфсад. Я его раньше бух называла, но не знала правильно от слова бухать нафиг. Обозвала его всякое разное. Тут машина выворачивает, красивый сам сад. Вот тут вход. Мне вот тут даже этими плиточками сделали. Раньше было или не было, что-то я не помню. Не было, по-моему. Вверх. Не было, не было. Тут сейчас будет, сделали. Я на камере, вверх-вниз. Да, там, кстати, есть вчера. Дико вверх и дальше чешет. Красиво вообще, здесь деревья, березки. Раз тут люди тут гуляют. Красота вообще. Вот. Так что вообще супер. Делось он здесь внутри, вообще классно. Красотища, плиточки он выложили, а был асфальт вообще. Интересно, а фигурки убрали или нет? Это ниже плава, вот. Вон Танечка Филатова идет. Улыбнись. Блин, только рука у нее трясется. Здесь вот люди сидят. Ну как идешь? Что-то все такое большое, я не увеличивала вроде. Во. Все до нормальных размеров сделали. Видимо, мы нечаянно тут тебе. Химичеля нет, фигурки еще есть. Стоят. Ну, лавочки красивые сделали вообще. Не хочешь, Вика? Нет. Фигурки подойти. Это грибок. Сейчас мы его увеличим. Ну, какой красивый красавец, боровичок. Он этот, как его называется, богатырь стоит. Вообще красавчик. Мы тут его с ним обнимались однажды, фотографировались. Вот он, у него рот такой здоровый, если засосет в десна такой, ой-ой. Тут вот еще фигурки. Медвежонок, давай. Тут, там еще фигурки, змейки. В общем, красиво так сделано. Сейчас. Дорожка там, это Анечку Филатову заснять обязательно, как же без нее. Каменная насыпь, как бы лестница сделана, камнями обложена. Здесь ручеечек течет, вот Вика, Станечка, что? Вот они идут, такие красивенькие у нас девочки. Идите вот так вот гуляйте. Вот Виктория тут. Вот красиво вообще насыпь. Девочки гуляют. Здесь вода. Здесь вода. Красиво так сделано. Ступенечки. Ну, здесь вообще красиво. Вот. Фотографируй меня. А я не знаю, как тебя на камере. А, ну вот. Он почему-то не это. Ну, я думаю, что да. Вся вот эта красивая каменистая вещь. Здесь мы пойдем вот в ту сторону. Сейчас мы здесь спустимся по ступенечкам с девчонками и заворачиваем в ту сторону. Виктория Валерьевна с Танюшечкой бегут. Труда, труд, в общем, неважно, как это называется. Здесь наш колледж плавает. Здесь наш колледж плавает. Вон Таня говорит, Танечка наша Филатова ходила. Галанин первые места занимает. Да, вот Сергей Галанин первые места. А вот ворота дьявола, который их окрестил. Очень наш с Викой известный человек, Миша Виталий, который... Она потом который расскажет, трепло. Если заходить. Если... Который сама... трепло, который шапки, лошадки катаются. Парк, да. Городской парк, но здесь вот красиво. Здесь пока решетки, как бы плохо видно, потому что ограда. Нет. Здесь ребятишки катаются. Что-то я отдалила наоборот. Вот и красиво. Да? Вот колесо обозрения огромное. Ну, против света, конечно, оно не очень видно его. Но, тем не менее, там еще он бар. Это лебеди. Мы сейчас их приблизим, чтобы хорошо было видно. Карусель тоже красивая вообще. Ну, такой бы покататься здорово. Я на ней каталась. Сам парка тоже. А вот главный ход, как бы, как рассказать-то. Центр, ну, ворот. Ну, там еще есть дальше главные ворота.
такая. Карусель закончила кататься, а он меня отпускает карусель. Кироски-то всякие, надо здесь не делать. Центр, там карусель. С той стороны тоже. С которых мы вышли, вот надпись тут. Ну что потом прочитают, я сама прочитать не могу. Соборной площади. То есть пока аллейка, а там дальше мы пойдем, будет фонтан красивый. Он ночью, правда, светится, но сейчас еще рано. Но он музыкальный, там музыка играет. Здесь вот люди стоят, чужие. Мы их не знаем. Можно познакомиться при желании. Да, Виктория Валерьевна? Но она еще не цветет, но будет цвести, будет красиво. Тут виднеется фонтан. Особенно если его увеличить. Тогда дрожат руки и все прыгает. Бедра виляют. Здесь какая-то это часовенька или что это тут? Будка какая-то. Может, туалет, кто его знает. Там еще ларьки задом к нам стоят. Фонтан. Вообще прелесть. Когда он светится, это вообще нечто. Вообще классно. Ну. А там, кстати, ЗАГС. Вот мы его сейчас увеличим. Вот там ЗАГС. Пошли по фонтану гулять. Вот. Правда, они не в ту сторону. Вот он фонтан красивый вообще. Здорово. Виктории идут вдоль фонтана. Здание это корпус Тусура. Главный корпус Тусура. Вот. А вот он этот фонтанчик. Там Татьяны памятник, который Вика хотела поближе. Его надо наполнение его пока не большое. Такой же интерес. Татьяне, я не знаю, как это. День студента, в общем. День студента. Ее памятник вниз. Памятник, конечно, не вниз. А вообще как-то. Как сказано. А, Татьяна. Ну, я издалека камеры фотографирую. А он сезон темный, вообще ни хрена не. Темная улица Томска называется Ленина. Здесь вот красивые здания, все естественно, раз она главная. Здесь даже еще флажки наши остались от саммита, когда здесь проходил. Я не знаю, как она называется, к сожалению, не могу вам ничего сказать. Музей Томский, говорят, вот где-то подсказывают. Здорово! В общем, есть такой проспект красивый. Каждое здание естественно красивое. Арка, тут вход Томский музей. Краеведческих искусств, наверное. Короче, я не выговорила, кто потом, может, разберет, как это правильно произносится. Вот. Я, конечно, не под градусом, но выговорить не могу все-таки. А некоторые мы не знаем, как оно называется. Вот. А там еще какой-то белый дом красивый, с голуба. Отлива. Там еще вон дома какие-то элитные. Мы тоже не знаем, как они называются. Там статуя какая-то. Это какой-то мужик, голова чья-то, однако. О, это памятник. Ну, памятник. Пушкина, товарищи, вот. Главного, или как самого лучшего русского поэта. Чает надпись у Александра Сергеевича Пушкина. Ей будет очень смешно посмотреть, когда она ее изучает. Сивые. Мы не знаем, как они называются, к сожалению. Почему? Ты попроще сделать. Троица то ли развалилась, не поймешь. Какие-то магазинчики, то ли остановка, то ли что. Здесь вот еще одна улица красивая. Здесь вот название что-то продаю у кого-то. Или что-то. Какое-то очень большое здание такое. Да, вообще. Вон до туда зашло. Огромное. Это все такое. Здесь вот какое-то здание розовое, как я знаю. Там вот написано что-то на нем. Вдалеке. Я не знаю, что. Это, наверное, не важно, собственно. Главпочтамт уже на подходе. Улица уходит немножко вниз. Сверх. Главпочтамт здесь вот. Ну, здесь вот потом ступеньки большущие. Главная почта. Ты что
Там дорога еще с Ганой. Плохо, конечно, подъезжаешь. Некоторые здания я не знаю, как называются. Вот клумбочки здесь сделаны. Спасибо очень. Вот для какого-то здания. Вот еще одно здание. Что это за здание, интересно? На нашем пути, на противоположной стороне. Вот. Это здание, насколько я помню, является 10-м корпусом политехнического института Томска. 10-й корпус политеха. Да. Это за фонтанчик? Ты так, пародия на... На фонтанчик Чубакова. Дошли до лагерного. Осталось дорогу перейти. Сейчас подойдем поближе. Практически вот он наш Ленина. И вот лагерный сад. Так он выглядит издалека. Сейчас мы подойдем поближе. Узнаем. Здесь тоже, как вы видите, людно. Везде люди. Везде. Ну и цветы различные тут. Клумбы рассажены. Вот за этим, за лагерным огнем, огнем говорю, за лагерным садом находится Толь. Уже почти подходим к саду. Вика, привет. Таня. Андрей. Люба. Да, Люба помахала. Вот здесь находятся имена погибших. Они находятся и там, и тут. Вот все с конца тянется. Нет, нет. Так, вот. Они друг друга снимают, Вот им нужно подниматься. Вот очень долго там. Вот они наши девочки поднимаются и мальчики. Виктор Павлович, наш товарищ, снимает и снимает после лица. Хоть и лица. Вот они. Котельник, иди ко мне. Дошли. Вот. Что, опять меня-то бросать будешь? Витя, Витя, давай меня сфотографируй. Давай. Не такой классный открывается. Я же вам помогу. Слышь? Я же вам поставлю. Толь. Толь, мы идем, а ты снижаешься. Вот мы находимся с другой стороны. Это все имена погибших. С другой стороны идентично. Вот, посмотреть на огонь, насадившись, погревшись в такую жару вечного огня. Вот, они продолжают. Ой, как волхвы какие-то прям. Вот, как вы видите, сзади этот момент, вот Таня тебя попросила, ты на нее снимаешь. Это щупать пошли. Там интересно, что они там вообще задели. Ну. Посмотрим, для вас заснимем, вы это увидите. Пошли чего-то там.
Если, конечно, это не будет противоречить цензуре вообще. А смотрите, как тут красиво написано. Если вы этого не увидите, значит, это было очень ужасно. Вот тут имена написаны, выигрыванные. Вот здесь написаны выгравированы имена погибших, защищающих нашу родину. Шилов. Шилов. Хватит это. Так, подожди, сейчас я... Вот, к примеру. Много-много людей. Вот такие вот имена, вот здесь выгравированные. Вот это все. Таблички, и мы пошли к Таме. Вот они. Опять все дружненько, и там снова людно. Что там? Там ничего вниз. Давайте поможем. Люб, помоги. Там есть лестники. Давайте. Посиди. Пойдемте на лавочку. Вон лавочка. Испачкаем штаны. Давайте, вот, снимаем. Что, устали? Да, ноги болят. Вот. А Витюшки? Дорожка, идущая. Вон туда. А, вдоль, а Витюшка здесь стоит. Постоит. Вот, по ней можно пройти. Посмотрит, как вы расселись. Витюшки места нету. Витюшки, мы увидим, вот же пройтись, есть. Посмотреть реку. И Виктор Павлович здесь снимает, Витюша, наш оператор. Оператор. Вот, такой же, как и я. Садись. А, снимает, зарабатывает съемками себе на свой кусок хлеба. Да? С стороны вот так, как видите, нас тоже мы сидим, но нас снял бы. Сними. Ну сними же. Сними их всех, 200 рублей стоит. Сейчас. Два раз такие цены. Мы тут сидим, я сниму. Вот, сидим, они... отдыхаем. Андрей, меня цепь отдай. Цепь что? Это сумма. Много комаров. И Виктор Павлович. Опять же здесь стоит камера и снимает более близко. Ну, вот. Но я могу приблизить, здесь есть увеличение видеокамеры, поэтому я не трачу свои силы. Вот. Вот они. Я Василий. Приятно. Шутки. Вот, как видите, комментатор сменился. Наш комментатор заболел, охрип, короче, там у него помутнение в глазах случилось, он не может снимать, поэтому камеру передали мне. А, вот он, Виктор Павлович, сидит, отдыхает теперь. Он... ладно, я вам соврал, он уже, в общем, ушел в отпуск. Вот. Вот, теперь я его замещаю. Да, вот. Ну, мне платят в два раза больше за съемки. Вот. Вот. Мы в автобусе, вот. А, проезжаем, едем по какой-то улице, не знаю, как нам вот, в общем-то, едем. Вот, вот он автобус пас, и вот эти люди, кассета, с чего ты это взял, что кончилось. Вот, в общем, вот такая вот штука. Такая больница наша, где мы, как только что-нибудь заболит, там пальчик, там, не знаю, животик, сразу бежим сюда за помощью врачей, хотя сами медики. Вот. Вот, вот она, наша поликлиника замечательная, которая всегда нам помогает, нас лечит, вот, медицинскую помощь нам оказывает. Идем по отвратительной дороге, без асфальта, земля, тут камни, гравий какой-то, ужасная вообще дорога. Вот, и сюда нас завела Татьяна, в общем, на эту дорогу отвратительную, вот, решила нас помучить, испытать нашу обувь, наши нервы и наши ноги, в общем-то, вот. Собственно, вот. Но мы направляемся, мы идем из лагерного сада уже и направляемся к нашему дорогому, любимому общежитию, находящемуся по адресу Кирова 36/3. Вот. Кто-то пойдет в комнату 515, кто-то в 501, кто-то в 500. Вот. Вот мы продолжаем. Так, мы идем налево, понимаете? Вот. Мы ходим налево. Мы, хотя люди как бы вообще свободны, но мы идем налево.
Вот. Опять налево. Так как в прошлый раз мы раньше снимали с Виктором Павловичем в паре, теперь мы снимаем с Татьяной. Вот она практикант, начинающий оператор, она еще ничего не умеет, не знает никаких операторских фишек, но она все равно снимает, она учится, чтобы достигнуть моего уровня. Вот, она у меня учится, да, она у меня проходит практику. Вот, я ее учу снимать, в общем, различными фишками, вот, учу ее, вот. Она, конечно, подает надежды, вот, но плохо подает надежды. Вот, вот так вот. Вот, мы поворачиваем налево. Вот видите, вот, заметьте, что она снимает. Налево, направо, налево, направо. Понимаете, она хочет вам показать, вот, как мы именно идем. Понимаете, чтобы вы, когда приедете в Томск, чтобы вы не заблудились. Вот. Как дойти от Межгородской до общежития. Вот, вдруг вы приедете в Томск и будете от Межгородской идти до общежития. Понимаете? Вот. Я не ору так громко, я нормально говорю, чтобы всем было слышно прекрасно, даже если вы будете смотреть через домашний кинотеатр. На Одержинском рынке он сейчас закрылся, вот видите, магазинчики закрыты уже, вот, потому что он работает до 6 часов. Прошли, значит, через рынок, идем по короткому пути, по нашему излюбленному короткому пути, вот. В общем-то, снимаем, продолжаем снимать. В общем, я всегда с собой беру видеокамеру. Вот, я вам повторяю. Ну вот, значит. Скоро вы увидите полуразвалившийся дом, который почему-то разваливают именно по ночам. Я вообще не понимаю, почему это происходит. Вот. А так здесь находятся гаражи, какие-то хранилища, где люди, торгующие, значит, на этом рынке, хранят свои, в общем, вещи, продукты, товар, в общем. Раньше стоял дом, как когда-то, но сейчас его, в общем, как это назвать, в общем, разваливают и почему-то это делают по ночам. Вот, мешают где-то спать и готовятся к экзаменам. Вот, приезжает бульдозер. Вот обломки тут есть. Вот, видите, какой кошмар, в общем, творится. Почему-то именно это творится летом и почему-то именно тогда, когда у нас пора экзаменов, в общем, окончания и получения дипломов. Вот. С хорошими отметками. Находимся, в общем, вот, вот здесь сюда нам письма приходят, тут все по именам, в смысле по буквам, вот, тут, чтобы фамилии было, вот, в общем, кто, у кого на какую букву фамилия начинается, вот он сюда приходит, забирает почту, вот, телефон, на который нам из дома звонят, вот, стол вахтера, вот, различные объявления, вот здесь вот вешаются, вот, баллы, тут по бальной системе нам выставляют, вот, что мы заработали или не заработали, наоборот. Вот. А, вот, да. Это актовый зал. Вот. Актовый зал. Вот здесь стулья, вот, значит, стол, все стоит. В общем, здесь нам скоро будут вручать дипломы. Вот. Послезавтра, возможно, а может и не послезавтра. Кто его знает, да. Вот снимаем песенку студента на латинском языке. Вот такая вот она. Так, вот это клятва медицинской сестры. Еще раз говорю. Потому что я не засняла ее. Да. Вот. Ее наизусть не нужно, ее нужно только прочитать. Прямо в коробке у кого-то. Отчитать. Вот. Так что такая вот она большая. Что вынесли? Да. Вид. Там еще какие-то пристройки. Вот все вокруг вокзала. Уже какой-то поезд стоит один. Мы не знаем, правда, кто это. Но это, наверное, не тетя Вера все же таки. Мы так думаем. Ну что, она еще рано. Вот здесь вот еще автовокзал. Вокзал, вернее, ЖД. Он здесь такой длинный. Огромный. Держись, Вика. Это вот вид со стороны железной дороги. Вокзала. Не видно. Там время, часы висят. Здесь должен быть вот Томск первый. Надпись. Томск первый. Вот ЖД вокзал, вид сверху. Мы тут на переходе, по верхнему переходу стоим с Викой и снимаем железную дорогу.
поезд и вокзал. Какой вот он красивый. И вообще вид сверху здесь. На пароводик поехал. А что-то у тебя тут написалось. Маргарет внутри вокзал. Так вот он выглядит. Билет, оказывается. Зал ожидания. Идет Маргарет. Вот прибывает поезд, на котором едет тетя Вера. Да? Исторический кадр я попал. Ну. Хроники города Томска. Города Омска. Но это город Томск. Омск. Омск нам не интересен. Нам интересен. Несется экспресс. Ну, несется экспресс. А то загудит. Разберусь я. Как загудит, так разберешься. Приехал. Антох. О, правильно, вот так вот. Зачем так близко? Нормально все. Средний палец. Средний палец. Я же не могу сделать так, чтобы было все нормально. Не обязательно какую-нибудь гадость. Либо сказать, либо показать, либо чуть-чуть сотворить. О. Макс. Помаши. Помаши ложкой. Привет, Гриша. Здравствуй.